Привитос, амигос, привитос, Эли, ласты продолжаются. Остановились мы в каком-то лесу после того, как потеряли негра Чернику и его братана, которого уже, как там его звали? А, хрен его знает. Я вспомнил. Все-таки главный герой хочет найти своего брата Томми, который был в цикадах, который был в Игиле. Вот, и чтобы он, собственно, сдал своих корешей, где у них теперь новая берлога. Опа, очки. А я думал, мне показалось. А нахрена я в начале игры свой револьвер прокачивал, если здесь револьвер с прицелом? Даже это Магнум, судя по всему. Новое оружие Эль Диабло. Видимо, разработчик этой игры решил выдумать пару пушек все-таки. А то игра про будущее вооружены все каким-то дерьмом. Непонятно, как вообще этот пассажир... Как этот пассажир умер, если у него был Эль Диабло. Возможно, он выстрелил себе в рот. Хотя вроде башка вот целая. Тебе и дорога. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Да. Давай. Все реки ведут к Томми. Знаменитая американская поговорка. Дожди по берегу, а как слезть-то? А, понятно, да. Но видно, что в условиях отсутствия человеческого фактора дорогу размывает, горы осыпаются, везде сходят силевые потоки. А что у вас произошло? Затор, зажор, ОБЖ 5 с плюсом, давай дневник. Не вместе. Значит, что-то случилось? Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Между нами встало зеленое знамя радикального ислама, детка. Подарила ему надежду. На Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну... Так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Я так понимаю, мне здесь надо переплыть или что? Я что-то не вижу тут прохода. До цикад мы доберемся. Удивительно, что штаб-квартира цикад находится настолько далеко от Бостона, да? Мы из Бостона идем вроде. У них вроде повсюду филиалы в каждом городе, как я понимаю, раз они повстанцы. Но почему они в такой зале? Вообще интересно, сохранилась ли единая власть в Америке после конца света? Или у них каждый город сам за себя. Город и его мэрия. То есть единого центра управления, судя по всему, в мире нет. Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Вот тупые америкосы. Вот мы в России, блядь, школьники. Нас в школе учили. Вода крутит специальные штуки, они там трутся друг об друга, и все. Так вырабатывается ток. Вот так. Вода крутит генератор, короче. Ну, вроде как. Ну, на деле, конечно, там все мудрее сделано. Но в общем и целом, когда ребенок спрашивает, что... как надо ему как-то попроще объяснять же, да? А то юный детский мозг может не воспринять сложную информацию. Куда ночью девается солнце там и все такое. Вы же не будете ему про весь космос рассказывать. Вы скажете, что, ну, ночью, короче, планета поворачивается к солнцу жопой. А к космосу... К солнцу задницей, к космосу передницей, поэтому... Но Элли не задает такие вопросы, Элли умная. Удивительно, что за столько лет после Армагеддона это все не заржавело к херам собачьим настолько, что... Ну, это полпути. Если поднимем вторую часть, переберемся. Я попытаюсь поднять ее силой мысли сейчас. А как-то она сюда слезла. Так. А Джоэла не снесет потоком воды к херам собачьим?
Мне кажется, там течение будет тебе любезно. Жди здесь. Жди здесь. Договаривал он уже, находясь под водой. Так, стопы. А здесь у нас что-то... Комната целая упала. Ну что ж. Жак и в кусто не упустил бы такой возможности. Давай, ныряй. Как там ты? Давай, нажми. Я же жму, давай. Да, тут жабры нужны, чтобы туда плавать. Я просто ничего не успеваю там даже посмотреть толком. Ну вот это вроде плотик. Блять, какое дерьмовое управление здесь под водой, просто жесть. Неплохое управление под водой было в Assassin's Creed Black Flag. Но здесь это просто жесть какая-то. Ага, это всего лишь плот. Здесь лута нету. Звук появился раньше, чем он вынырнул. Ну да ладно. Так, Элли, тебе нужно... Знаю. Встать на грёбаный плот. Встать на грёбаный плот. Именно, давай. Топ-топ. Грёбаный плот. Это и плотом-то назвать. Язык не повернется. Я так понимаю, надо ее сюда припарковать. Он еще и с поддоном плавает, на котором девка сидит, и при этом его не сносит. Я балдею. Может, надо было бы логично сначала ее сюда перевести. А потом вместе крутить рули, чтобы течение, ну, до этого-то здесь дамба перекрыта была, получается. Давай, да. Попробуй. А вода что, бля, через должна была литься? Я что-то не понял вообще, что за створки они крутят? Если створки здесь были закрыты, вода должна была литься через них, то есть они вообще ничего... Осторожнее с этой штукой. Они вообще ничего не сдерживают и не могли сдерживать. Что это такое? Ну, это фильтры. Крупный мусор, я так понимаю, решетки задерживали, и больше ничего. Мы команда. Дай пятюню. Ага. Эльб крутая. Так, а это что это? Стоянка первобытного человека. Я знал, что он мне что-то оставил. Изоленту. Больше ни хрена. А это куда эта дорога? В обход дамбы, что ли? Есть хочется. Знаю, мне тоже. Увижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда я о еде подумаю. А зачем? Если помру с голоду, ты виноват. Зачем тут в обход дорога-то сделана? Чуть вообще не понял. Белку она застрелит. И у тебя поднимется рука застрелить эту маленькую пушистую рыжую крысу? Я тебя умоляю. Да и жрать там нечего. Белка пушистая, но на самом деле тощая. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод. Вообще, по-моему, жирных белок не бывает, потому что они постоянно лазят, прыгают. Они под физической нагрузкой, как бы все время, они жилистые. Томми! Это Томми! Элли, делай, что говорят. Ладно. Я успел увидеть Томми. Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Ты их знаешь? Только его. А почему Геральт его не узнал? Мой родной братец. Томми. Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну покажись хоть. Да, ты постарел. Мы, Грит, с ним в контрах, а терла бы за это друг друга. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. Ничего такая. Мэм.
Спасибо, что не пальнули. Было б неловко пристрелить своего деверя. Деверя? Кого своего? Рано или поздно нас всех окрутят. А, вы типа женаты? Ты Элли? Гражданский постапокалиптический да. брак. Куда путь держишь? Это долгая история. Да так, шлепаю по говну помаленьку. Да. Голодные? Ужасно. Неплохо они тут устроились, у них прям свой Форт Нокс. Ложная тревога! Это свои! Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. О, лошади. Есть. Было. Нифига. Мы снова ее запустим. Не может быть. У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне. Извини, я сейчас. Что он делает? Да, конечно. Она любит, когда он, чешется. Он взял копыта на болевой. Да, бывало. Эй. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Как у моей бывшей. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Пойдем. Эрл? Да? Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Я тут постою, да, попроебываюсь. Наверное, весело под дождем тут стоять, ни хрена не делать. Они говорят, домой иди. Он, нет, ты что, я стахановец. Я думаю, что он засланный казачок. Ну че? Че ты зависла-то? Забыла, как дверь открывать? От себе. От Мари, себе или на себя забыла? Слушай, мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. У Томми такие глаза, Мари, будто бы он умер на прошлой неделе. Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми, ждите. Не оторвать прям от волосатой сиськи эту Элли. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Да, и как? А кажется, прошла вечность. Ха. Че это у них? Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе. Дома. Почти все наше добро пропало. В Техасе? Почти все. Фотку, что ли? Вот. Сара. Она нормальная, хоть и выцвела. В форме аргентинской сборной. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Точно? А чё? Ладно. Оставлю себе. Томми. Надо поговорить. Это тщетная попытка забыть её, чувак. Очень тщетная. Да, ладно. Только, ребят, сейчас проведаю. Идем. Ты бы лучше мне водки налил, мне для крафта аптечки надо. Пару стаканов. У вас тут бухают, не, Томми? Ты похож на бухарика, если честно. Так, подожди-ка. Пойду-ка пошуршу у них по кладовочке, пока никто не видит. Опа, колесики. Опа, а вот и водочка чья-то тут стояла. Початая. Початая на четверть. Кто-то тут стресс снимал. Так, а я не могу себе что-нибудь это... Наворотить дальний слух, но это говно. Скорость создания припасов говно, скорость лечения. Ну... Блять, ладно, давай, хер с ним. Но максимальное здоровье все равно копите, потом еще. А потом удачно вкладывать под большие проценты, рисковать, выигрывать и не снова знаю, что копить. Я слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей.
Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда под током. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. По-моему, зараженные должны были давно закончиться, учитывая, что они спорами. Привет. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Бакли. Сторож он никакой. Гавкает и ладно, что он тебе должен? С вертухи лапой в щи всех бить? Сторож он никакой. Отличная собака. Эти гении восстановят электростанцию. Странно, что кошек нету. У вас крысы не зовут. Все получится. Че это было? Не веришь? Я так не говорил. Мне кажется, он попытался не дать мне взять таблетки. Ага. Дымовые бомбы улучшены, дым держится на 10 секунд дольше. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. Видимо, главный герой нашел журнал под названием «Веселый бульбулятор». Дым держится дальше. Так, ну что, ядре-то налево, ну что, будем качать вот эту вот халабуду, скорость перезарядки. Да у меня в нем всего 2 патрона, херли там. Куда спешить-то с этой перезарядкой? А, мощность, скорость перезарядки. Скорость, мощность. Все мощно. Но, конечно, не, надо 4-го левела пассатижи искать. Потому что сейчас я только бороду всякую могу крафтить. Дайте основной пистолет посмотрим. Емкость магазина надо качнуть. Скорость перезарядки. Но это борода. Здесь вообще скорость перезарядки в бою. У тебя элементарно кончаются патроны. Тебе просто нечего перезаряжать, мне кажется, поэтому. То, что надо. Беспонтовая прокачка немножко. Блять, никогда бы не подумал, что при помощи пассатижей и станка можно взять и просто так увеличить обойму в пистолете. Не имея при этом навыков соответствующих. Че это у вас за тряпка там висит? Американский парус? Да, парус, порвали парус. Да, хорошо. Кто мне? Все готово? Так, еще раз. Там можно спуститься. Готово! Готов? Давай, жми! А можно мы с Элли уйдем подальше, а то в Чернобыле тоже так пытались запустить, и у них сработало. Черт побери! Получилось! Отлично! Как, блядь, кирпичем туда бросить? Блядь, не бросить кирпич в турбину. Не создать им здесь аномальную зону. Видишь? Потрясающе. Да. А ты проспорил 2 миллиона. Да, и что ты на них купишь? Ладно, Джоэл. Поговорим. Прям здесь? Ну? Мы будем разговоры-то разговаривать или что? А вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Там вот, Fallout 4 снимают. Совсем душно все стало. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? К насморку, ёпта. Она при мне вдохнула столько спор, что хватило бы 10 рым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они.
А, так вот эта куча народу, это не цикады, только сейчас это понял. Отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми, ради твоих парней. Я теперь семейный человек, и не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, брат. Дон Корлеоне был семейный человек, а ты хрен ослиный, понял? Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Да ты пальцем покажи, в какую вот сторону идти, да и все, придурок. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. О. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Малыш. Ты не в Бостоне. Ты смотри. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Он мало, он помоложе будет. Что это за хрень? Черт, на нас напали. Голос Геральта тебе не поможет. Что, убивать не разучился? Нет. Да пошел ты нахуй, я даже, блядь, сука, затвором не щелкну. Бандиты! Мудак, блядь. Ты, значит, мне помогать нихуя не хочешь, а я, блядь, должен, да? Слышь, это не бандиты, вас, походу, альфа штурмует. Я ебал, я пошел отсюда. Ничего, чувак, в броне пришел. Это что за Rainbow Six? Давай, чел, в каске, я верю, что у тебя плюс 10 к броне. Черт, за них, Борис, хрен попадешь. Опа, опа. Как Порожникова они тратят боеприпасы. Господи, смотреть страшно. Пистол. На патронах для пистолета написано пистол. Но это на самом деле патрон для револьвера, видимо, были. То, что к пистолу они не подходят. Пистон, может, там было написано. Эх, каких раньше только не было пистончиков. И круглые, и на бумажке. Ох ты, блядь. Блядь. Сука, шаромыжная хуйня. Бля, он меня просто линчевал. Томми, чё за дела? Вы, блядь, воюете или чё? Обмутки выдроченные. Смотри в оба! Осторожно! Не знаю ничего, я лечусь. Прикрывайте. Да, танканул одного чувака и можно лечиться. Жаль, что здесь нету автомата в игре. Серьезно, вот здесь бы очередью стиками стрелять было бы нормально. Ну, начнем! Да, начали. 3-4, поехали. Сука, блядь. Вот видите, как патроны кончаются. Ну и нахуй мне перк перезарядки. Идите что-нибудь. Если, блядь, мне нечего заряжать них. Идем к мосту. По-моему, перезарядка самое тупое говно, блядь, в этой игре. Бандиты хотят проникнуть внутрь. Выбраться можешь? Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Они здесь, Элли, прячься. План завода. Нахер он мне нужен, интересный план завода. Нифиговая схема. Нифиговая, и чё? Что ты завод по ней построишь новый? Свой завод? С Блэкджеком? И генераторами? Вечной энергии. А ничего, так с опчикой-то пободрее. Ой. Одно плохо, патрон кончается. Кончился. Ну что ж, оставим этот магнум на случай нападения гигантских человекоподобных жаб. Блять. И дымоухи кончились. Ну чё, кто-нибудь его пугнет? Ебать. Да. Самый хуёвый стрелок на Диком Западе, это, сука, Джоэл. Ну? Заметили, как ему похуй? Наркоман, наверное. Блядь, ещё один черномазый, да что ж такое? Вы их чё, на рэп-баттл вызвали, что ли? По-моему, меня убили в спину свои же. Проклятый Томми.
Бомбанул и застрелил. О, топорик, ничего себе. Нахуй только он мне нужен. Я что тут, индеец что ли? Там чуваки с пушками бегают. Что? Эй, держи! Что держать-то, придурок? Бронебойчик прокачал ружьишку, видите, они этих типов в шлемах просто ваншотает. Но для этого сначала надо, во-первых, в них попасть, чтобы ваншот. О, ёпта, он по одному патрону стреляет. Я не могу два часа, блядь, целиться. О, жареным запахло. Так. Обойду-ка я нахуй дальней дорогой. Опа. А ты кто такой? Пиздец, откуда? Кто? Ну да, блядь. Удара 2, единица прочности 1. Так. Томми танкует. Ну правильно, что я их разрядил всех, он танковать ринулся. Нам светляк нужен был. Полчаса назад. Блять, от того патроны, от этого, от другого, чё за говно? На что-нибудь на одно они будут падать, нет? Из того мудофила ничего не выпало нужного. Чё-то выпало. Блять, пистол. Да, перестрелка с людьми — это вам не стелс против зомби. Нормально меня так телепортануло беспалевно. О, черномазый, чурбой. Знал я одного негра, Томми, Черникой звали, ты бы увидел. Такой пацан, закачаешься. Такие шутки мочил. Мы с ним про все. Про детей, про мотоциклы. А потом он прострелил себе башку. Никогда не знаешь, что ждать от черного. О, там Элли кого-то херачит. Хедшотами, наверное, как батя учил. Ой, отличный хедашник. А вот и наши девоньки. Да что ж такое? Где патроны-то? Да ебдрись ты конем. Да, да, цела. Ты цела? Нет, ты что? Мы же встречаемся полгода. Я такая, всем бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу так жить. Вы могли бы говорить хотя бы там, где мы бы это не слышали? Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. У нас миллионы вдов и вдовцов, потому что конец света случился. Это шанс спасти человечество. Но ты эгоистичная дрянь, тебе все похер. Началось. Так, если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Я вернусь и зачешь от меня. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Так Джоэл с ней пойдет или что? Пойду, скажу Элли. А-а-а.
Он ее брату сплавил. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Ё-моё, куда? Пошли. Она только что ускакала. Вернись назад. Да, а чё, у вас ворота всегда нараспашку? Тогда неудивительно, что на вас напали, придурки. Вон, да. Там следы. Ну? А как ты её... Блядь. Блядь, как у неё вторая-то включается? Блядь, пиздец. Мне дали медленную лошадь какую-то. Ей, наверное, волки ночью копыта отъели. Нет. Она не могла далеко уйти. 4 на 4 вроде полный привод. Вот упрямая. И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. А слезть можно было с лошади? Мне кажется, там можно было полутать. Эх, хороша Америка после конца света. Надо им его устроить побыстрее. Смотрите, какая живописная херня. Сюда она не пошла. Да, тут лошадь копыта сломит. Ха! Вон тропиночка, я вижу. Да ну ты и тупой, блядь. Тут одна дорога. Чем ты думаешь? Она не хочет быть обузой, наверное, никому. Девочки же не думают. Откуда дети? Вот, следы. О чем ты думаешь? Она девочка, она ничем не думает. У нее есть только эмоции. Пошла. Господь Бог не вложил мыслей в голову женщины, к сожалению, пошла, чтобы они там как-то сталкивались, взаимодействовали, терлись друг об друга. Я прикрою. Это чё за херня? За хренища. И что, Элли у них, что ли? Обойди их, я прикрою. Так, у нее новые друзья, пошли отсюда. На нах. Блять. Живучий ублюдок. Давай, выскочи еще раз, чтобы я вообще охренел. Блять, не та кнопка. Ща его сниму с пробега. Или не сниму. Что-то где-то взорвалось. Отлично вообще. Башка на куски разлетелась. Так и что это за лесные разбойники тут живут-то? В такой опасной близи от вашего ссаного лагеря. Так я их, блядь, из лука нахер позастреляю. Прикури! Прикури? Вон он где! Блядь. Куда ты взялся? Леголас стреляет в упор. У него тут лук был. Ну откуда, ебаный в рот? Этот чувак чего? Кем он себя считает, господи? Ты думаешь, я с тобой в рукопашную буду драться, что ли? Черномазый, ты куда бежал-то? Хочу заметить, что у меня осталась всего одна стрела. Они, конечно, прикольно тихо шелестят. По стелсу все дела, но что-то... Быстро они тратятся как-то. Только не говори мне, что здесь нечего брать. Еще стрела. А вон я вижу что-то типа полечиться, наверное, да? Да, банка какой-то херни просроченная. Сегодня полечился, завтра продристался. Ну давай ты, господи, инвалид. Фу. Ага, вон там шоколадный заяц. В броне. В
Почему-то негры одеты в броню, а белые так ходят. Охуенный ты лучник, блядь. То прицел в камень упирался, в прозрачный. То сразу перепрыгнул, блядь. Подкараулил, ёпты, бля. Все, больше нет. Да, ну и говно, блядь. Чё такое-то? Чё, надо назад на лошадь залезть, что ли? Она не убежала, типа, при звуках выстрелов. При звуках выстрелов. Теперь идем к лошадям. Потом по бабам пойдете, ёпты, бля. И лошади сами прискакали, ну, конечно. Я помню, в детстве шел сериал про какого-то ковбоя, у которого лошадь была очень умная. Счастливчик Люк, по-моему, назывался. Это даже не сериал был, наверное, а фильм. А может и сериал. Но. Каких только дебильных сериалов раньше не было. Одна Пеппи длинный чулок что стоило. Следы ведут сюда. А как они ее пропустили? Только до нее не добрались. Они чисто нам пиздюлей раздать, да, вышли? А это что за поляна? Пошла. Сюда можно было заехать так, чисто грибов собрать, да? Эх, вот играю, так в лес захотелось. Прям вот запаха вот этого вот елок этих, или что тут растет. Смотри, уранчо! Какое это уранчо? Она должна быть там. Что за уранчо? Hidden Pines Coral. Не знаю, что такое Pines. У моей лошади что-то подвеска барахлит, не прыгает ни хрена. Вроде никого. Правильно скажи, это тебя лошадь или лоурайдер, ё-мо? Она, короче, в салуне, походу, бухает с индейцами. Ой, с ковбоями. Индейцев мы по дороге убили. Осторожно. И что? Элли? Этот дом не разнесли в говно? Опа. Слушайте, как цивильно здесь. Живут же люди, а? О, вот это домина, конечно. Опять медальон цикады, уже надоело. Брэн Пино. Нахрен мне это читать. Какая мне уже по разнице, как их зовут? Томми, что ты тут боишься наследить? Вытри ноги, помогай искать. О, нихрена тут. Тушканчики, тушканчики. Вот это в тему. А вот это херово. Блять, коктейли Молотова не покрафтить. Да, и сахар больше главному герою ни зачем, к сожалению, не нужен. Кто это у нас тут живет, интересно, в этой прачечной? О! Наверное, это... Иш до сюда добрался. Я что-то так и не понял. Куда он делся? Оставлял записки? Оставлял? Элли! Я
Нет, господи. Нуль поле. Savage Starlight. Zero Point. Вообще здесь написано Дикарь Звездный Свет, блять. А то, что перевели переводчики, это просто нулевое очко, наверное. Очко минус, наверное, называется. Причем справа это Халдрога, по-моему, нарисован. Нулевое поле, блять. Ноль очков, наверное, было написано. Видимо, переводчики активно пользовались Google Транслейтером. Блядь, где она орала-то? Фотка тети какой-то в очках. Оу. Так, мне в какую дверь лучше зайти сначала, чтобы касцена не обломала мне процесс лутания? Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Да, бабы как тупые. Странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, тебя... что значит твоя жизнь? А? Что-то резко у нее переходный Всего возраст включился. Идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. А втроем мы не можем пойти, да? Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... А Мария откуда знала? Ты а, ну Томми. Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Ну да, родителей она не теряла, наверное. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Любят они такие драмы. Ну да, кто-то должен был облюбовать этот домик. Внутри их еще больше. Я тут осмотрю. Кто спал на наших кроватках и помял их? Где этот хрен? Хрен, по-моему, тебя Томми ищут. Хрена какого-то потеряли. Ну что, один направо пошел, пойду его... О, блядь. Сука. Долго я собирался. С мыслями. Хороша была попытка. Хвалю, придурок. Так, три удара у мачете, у меня три у топора. Ну, мачете круче, наверное, топора. У него атака быстрее. Надо его, короче, заточить или на +10 и на огонь зачаровать. Подожди.
Опа. И кто это, блядь, сделал? Томми, это ты такой гений? Тактики. Блядина. О, блядь. Томми, ты его бахнул, не? Конечно, нет, блядь. А это кто такой? Чё это за придурок, блядь? Стоит кому-то пальцем, что-то показывает, чтоб потише. Томми, я в шоке, ну ты дебил. Сука, бесполезная, Томми. Опять перестрелки с черномазами, да что ж такое-то? Порядок. В доме чисто. Пошли назад к лошадям. Как ты это понял? Интересно, а куда Джоэл пойдет, когда сбагрит Сару? У него, ой, эту, Элли, у него что, какие-то планы есть, что ли? Дела какие-то срочные. Че он, блядь, кочевряжется с другой стороны, ёпта, хули ему делать? Друзей не осталось, ёпта, тёлка какая-то, какая-никакая, да и та померла. Чё ты будешь делать? Джоэл, а? Расскажи мне, блядь. Чё у тебя там за квест такой важный? Куда ты торопишься? Никого. У Джоэла, блядь, ботинки, сука, изолентой смотаны. Снял бы с трупа хоть целые. Помочь тебе? Я сама. Да, еще она какать сама научилась и жопу сама себе вытирает. Ну, удачи вам, пацаны. Пошла. Живописно, конечно. Хороша все-таки, сука, Америка. Есть там на что посмотреть. Населяют только ее пидорасы какие-то. Вот сидят там в белых домах своих. А что это такое? Вечером кино будет. А, это их. Это их деревня? Далеко. В университете Колорадо. Гаудамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Ну ты тупой. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Что-то у Элли щечки подросли, я видать. Решил. Хомячит там где-то, пока значит, я не вижу. В Колорадском университете. Шоколадки, блядь. И где она там? То-то я ни одной аптечки найти не могу. Такая, все пожрало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Ну, по крайней мере, Томми не убьют. Готово? Готово. Адьос, братишка. Адьос, амигос. Вам тоже, кстати. Не. Нельзя, сейчас заставка ж какая-то должна быть. И снова графика покинула игру. Ты отдаешь мяч другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Уеси. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Да, бейсбол. О!
Я, кажется, знаю, кто себе натер всю задницу за эту поездку. Элли! У девочки, конечно, толстая сальная прослойка на жопе, но не настолько, чтобы ездить на лошади без седла. Ладно. Продолжение следует. Как фар... как у лошади фары включить? Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Вся фигня.